Первый раз у нас пришел хайлендер из Китая, он очень классно оснащен, он очень прикольный по цене. Отличие от дилерских машин, которые идут под российскую квоту, здесь одно. Эта машина на английском языке. Я сначала испугалась, она пришла, естественно, на иероглифах. Я думаю, ну все, хана, кто у меня ее на иероглифах купит? Но нет, слава богу, поковырялась, нашла, что там все нормально, там есть и английский язык тоже, который я вам сейчас продемонстрирую. Проходи, Борь, с той стороны. Давайте мы машину стартуем. Опа, у нее электропакет, память сидения, старт-стоп, бесключевой доступ, естественно. И обратите внимание, насколько круто это для нас, для староверов сделано. Подогрев, вентиляция, все это на кнопочках, регулировка климата на крутилочках. Вот видите, загрузилось у меня на китайском, сейчас загрузилось все на английском. Я заранее переключила все это дело. Вот, то есть даже, знаете, даже если вы не знаете английского языка, все равно интуитивно гораздо проще операционировать с машиной, которая на английском языке, а не на китайском. Далее, ну, вы видите, что машина очень хорошо оснащена, у нее есть подогрев, вентиляция, вот климат на две зоны внутри, вот как это все отображается, вот. Ну, то есть оно на кнопках задублировано дальше в экране, то есть так, как это должно быть. Управление климатом зоны заднего ряда второго салона, далее. Ну, если можно так сказать, наверное, неправильно так говорить, второго салона. Да, заднего ряда, вот. Здесь регулировка режимов движения, режим сноу. Дальше здесь, видите, ассистент спуска с горы есть. Прикольно, это удобная штука, хотя, ну, как кажется, что это вроде как редко используемая функция. Она действительно редко используется. Но, например, когда мы на Лексусах катались в Сочи, мне кажется, я за день раз 10 это использовала вот в таких вот гористых местностях. То есть это бывает нужно, действительно. А эта машина идеально подходит для путешествий. Все не перешито, это родной салон. Сделан он, кстати, для Toyota весьма неплохо. Ух, здесь бардачок, вообще с ума сойти, просто огромное. Это ведро прямо какое-то. Далее. Адаптивный круиз-контроль, опять же, идти по трассе одно удовольствие. Электробагажник, подогрев руля у нас вот здесь вот управляется. Датчик дождя, датчик света, все здесь есть. А давайте-ка посмотрим на камеру заднего вида. Ну, дерьмо. Toyota, видно и ладно. Но она есть, спасибо на этом. Дальше у нас, пойдемте сзади там. Сзади там у нас коврички есть, кайф. Вот у нас есть еще, вот она, зона климата, видите, здесь обогревы, регулировка, розетка удобна тоже. Это у нас класс, это максимальное положение, в которое можно откинуться, класс. Панорама, видите, она хорошо впереди, прямо она, ну, почти вы не видите крыши, то есть впереди там, допустим, звездное небо вечером. Здорово. Ну, и это трехрядная машина. Третий ряд, он для подростков здесь. Grand Highlander берите, если вам нужно, чтобы там ездили подрощенные подростки, либо взрослые люди, потому что эта машина просто огромная, Grand Highlander. Либо есть вариация премиальная на ту же тему, сейчас пришел Lexus TX, вот. Ну вот, собственно, все. Мне кажется, для семьи прям кайфовый.